проснулся. В эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести». Ведущая я, Анастасия Стародубова. Новый год – пора подарков и ярких перевоплощений. Кого только не встретишь в праздничную ночь – и зайчиков, и снежинок, и пиратов, и даже мушкетеров. Но особенно маскарадные костюмы важны детям. Правильный выбор наряда на Новый год позволит вашему ребенку погрузиться в волшебство праздника и стать настоящей принцессой или супергероем. И каждая мама в преддверии Нового года задается вопросом, шить или купить маскарадный костюм. Раньше я шила сама костюмы сына, но теперь дочери я покупаю костюмы, как бы не хватает времени. Ну и сейчас такое изобилие, что можно. То есть лет 14 лет назад такого изобилия не было. Мама предлагает, давай кота в сапогах или мушкетера, мальчик смотрит и говорит, это кто? То есть такое сказки даже не смотрят. Они больше смотрят, что это девочки-фей, черепашек-ниндзя, где им надо прыгать, бегать, летать. Празднование Нового года рядом с главной городской елкой, праздничным представлением, ледяными горками и салютами – добрая традиция для многих абаканцев. И традиция, надо сказать, замечательная, однако есть одно «но». Толпа отдыхающих, алкоголь и мороз – опасное сочетание. И чтобы ваш праздник не был омрачен неприятными последствиями, нужно знать несколько простых правил безопасности. Первое и самое важное правило – не оставляйте ребенка ни на секунду без присмотра. Возьмите его на руки или посадите на шею. Так он лучше увидит происходящее, да и вы будете уверены, что малыш не потеряется. Второе. Новогодние праздники прежде всего активизируются карманники. Поэтому деньги, документы и другие ценные вещи лучше расположить по внутренним карманам, до которых воришке будет тяжело добраться. Третье. Тщательно подберите одежду. Она должна быть теплой, но при этом не сковывать движение. Обувь должна быть без высоких каблуков и желательно, чтобы на ней не было шнурков, которые могут развязаться. Также старайтесь держаться подальше от трибун, оград и заборов и как можно дальше от середины толпы, чтобы когда мероприятие закончится, вы могли сразу и беспрепятственно отойти в сторону. Пятое правило. Если вы пришли на площадь компании и вам вдруг придется разделиться, то лучше заранее договоритесь, где вы встретитесь. Также по традиции в новогоднюю ночь после того, как куранты пробьют ровно полночь, над головой расцветает разноцветными огнями. Однако фейерверки небезопасны, и при создании огненной иллюминации, особенно на городской площади, нужно руководствоваться несколькими несложными правилами. Ну, открытые площадки, чтобы не было вблизи зданий, особенно с деревянными постройками. Ну, то есть открытая площадка должна быть, фейерверк должен быть закреплен, чтобы не было опрокидывания. Ну и, соответственно, зрители находились на безопасном расстоянии. Соблюдая простые правила безопасности, встречать Новый год на площади возможным станет для вас доброй традицией. Всего самого наилучшего. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести».